Нам, женщинам, не угодить. Смотрите, когда у женщины нет мужчины, ей не нравится. Когда у женщины есть мужчина, ей не нравится он. Да? У меня есть подруга, которая сейчас с парнем, и она постоянно на него жалуется. Что-то случилось. Она, короче, как-то звонит, говорит, это капец, это капец. Я говорю, что случилось? Коротко рассказываю, что случилось. Значит, они поругались, она заревела. И пока она ревела, он уснул. Ну, по мне, ничего странного. Понятно, там что-то бэ-бэ-бэ, ну, ой-ой-ой, укачала, блядь, ну. Но она так возмущалась, как так можно? Я ревела, он уснул, что мне делать, что мне делать? Я говорю, ну, что делать? Не реви, когда он за рулем.